В городе Курске развернут и продолжает работать межведомственный оперативный штаб по оказанию помощи населению в приграничных районах Курской области. Приоритетным направлением работы оперативного штаба является отселение жителей данных районов в безопасные места. Всего с начала проведения данной работы в безопасные места было временно отселено более 76 тысяч человек. Часть людей разместились у родственников и близких, остальным предоставлена возможность разместиться в пунктах временного размещения. Всего в настоящее время развернуто 60 таких пунктов временного размещения, в которых расположено более 4300 человек. 26 пунктов временного размещения развернуты непосредственно в Курской области. Аналогичные ПВРы работают в Орловской, Московской, Тульской, Воронежской, Липецкой, Калужской и Тверской областях. Работа наращивается по созданию резервов мест в пунктах временного размещения. Регионы страны, субъекты готовы встретить и принять у себя с комфортом разместить необходимое количество людей. Во всех пунктах временного размещения люди получают необходимую медицинскую и психологическую помощь, а также информационную поддержку. Граждан консультируют по вопросам восстановления документов, помогают оформить заявление на материальные выплаты. Для вывоза людей из зоны отселения задействованы автомобильный и железнодорожный транспорт. Сформирован резерв автобусов, которые также будут задействованы для вывоза граждан в безопасные районы. Оперативным штабом организована и координируется работа по доставке и распределению гуманитарной помощи. Гуманитарные грузы приходят с государственных резервов, с многих субъектов Российской Федерации, а также предоставлены движениями, политическими партиями. Все то, что сейчас как раз-таки необходимо и в пунктах временного размещения, и всем отселенным людям. Работа оперативного штаба продолжается, штаб работает в круглосуточном режиме.